Всем привет! Вы меня просили записать настройки для Philips'а. Сейчас пройдемся. Я настраиваю для режима игровой, потому что у меня HDMI. Значит, насыщенность на 50% по той причине, что после 50 все градиенты начинают смешиваться. Все под оттенки под тона превращаются в единое какое-то целое. Поэтому я рекомендую ставить на 50. Там для HDR и Dolby Vision я тоже оставлю настройки. Вы можете посмотреть, какие там. Я уже не помню, если честно. Да, есть у меня шаблон. Я ссылку скидывал в одной фотке. И вы можете по этой фотке настроить. Значит, вот у меня есть фотка. У меня на компьютере нету. Когда-то закидывал в Одноклассники. Сайтом этим я не пользуюсь, но фотка на этом сайте есть, и на которой видно отчетливо, когда начинаешь добавлять насыщенность, то пропадает разница между вот этим и этим тоном. Моргает вот здесь. Когда я настраиваю, оно до 50 идет вот, маленькими скачками. Вот, смотрите, 49, 50, 49, 50, есть разница, да? А вот 50 и 51, разницы нет. И вот дальше в плюс вгоняю, никакой разницы. Девять пятьдесят. Дальше все, смешение цветов идет. А вот после 50-51 не вижу разницы. Поэтому кто за реальную цветопередачу, то советую 50 ставить. Дальше 100%. Почему? Потому что у нас есть шим. Попробую затянить, может, что получится. О, видно. Сто шесть, 107, 108, 109. Мы видим, что прямо до 100%. Вот ровно 100 у нас нету шима, в ноль. И, кстати, сейчас затемню еще раз. В дополнительных в контрастности оптический датчик. Если его включить, появляется шим. И так, еще... режим контрастности. Ну, вроде здесь не видно шума, но лучше, если у вас VA матрица, лучше, чтобы отключено было режим контрастности. Потом HDR, повышение качества. Если вы выключите, то опять шум появляется. Опять же, такой маркетинг. Включаем. Динамическая контрастность. Это тоже маркетинг, но шима на нем нету. Контрастность видео.
Да, шима не будет, но это контраст с видео, которое и для источника. Вот HDMI кабель у меня, и оно работает. Я не помню, как на других источниках. Но вот видите. И гамма. Все, с контрастом мы разобрались. Здесь и здесь. Четкость 2. Почему четкость 2? Долго объяснять, но если в ноль поставить, будет все мутно. Если больше двойки ставить, то линии начнут расползаться, будет такой овершарпинг. Я советую двойку ставить. Ну, кому мало, можете тройку, там четверку. Черный 55. Потому что до 55 у нас черный не меняется. Сейчас я, может быть, попробую показать. Видео на YouTube. Я не знаю, как это на камеру передастся, но... Вот. То есть мы ниже делаем, когда... И у нас только на 56 ярче становится. Поэтому советую ставить 55. Далее. Это советую отключать. Это больше для кабельного. Еще Ultra Resolution можно включить. А улучшение цвета лучше отключить. Гамма широкий. Потому что на нормальном лица красная, цветовая температура теплый. Вот это вариант номер один. 6500. Вот это 6000 температура. Вот это 7500. А вот это 7700. Если вы в два раза хотите темнее сделать картинку, то от последнего значения, вот 46 здесь, да, все значения отминусовывайте на 46. Здесь 0 будет, здесь зеленый 59 и красный 81. Ну и смотрите, я установил на пресет холодный отминусованные цвета, то есть вот теплый у меня будет, допустим, к примеру, то есть я несколько пресетов вам показал. 6000 кельвин, 6500, 7500 и 7700. Вот это будет на примере 6500 кельвин. Кому-то покажется, что желтит, но если желтит, берите пресет из 7500 или 7700. То есть перед этим, что сейчас вы на экране видите, я скидывал. Можете на паузу поставить и настроить. Из этого пресета мы видим, что последняя цифра 46. Значит, мы должны 46 вычесть из всех чисел вот этих. И мы получили что? Вот такое вот значение, вот такие вот мы получили. Теперь смотрите разницу. Темнем. Угу. Вот. В два раза темнее. В два раза светлее. Вот такой лайфхак без шима.